В Одеській області величезну кількість мертвих креветок викинуло на берег Аджибейського лиману. У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів. Владислав Балінський, еколог, з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, ми вас... Да, добрий день. Просимо вас дуже коротко розказати нам, яка основна причина мору креветки? Ну, основная причина, конечно же, это высокие температуры на фоне очень высокого содержания биогенных элементов в воде Хаджибеевского лимана. А вот откуда эти биогены берутся, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что основным источником наполнения Хаджибеевского лимана является выброс стоки обратных вод системы очистки инфоксводоканала. Ну и, как мы знаем, сейчас прошли массовые ливни, и все это в том числе посмывало с полей в водосборном бассейне, скажем, питательные элементы для развития микроорганизмов и микроводорослей. Во время своего такого бурного очень роста развития эти организмы потребляют из воды весь кислород. Ну и, как правило, причиной мора являются вот такие вот процессы цветения. Хотя бывает, когда причиной мора являются уже продукты разложения, донные отложения, такие лакуны образуются, содержащие сероводород, и при соответствующем ветре, подходящем, этот сероводород может также являться причины таких массовых заморных явлений. То есть Хаджибеевский лиман год за годом происходят локальные такие заморы, иногда очень и очень масштабные, и это будет продолжаться, пока не произойдет очистка водоема от вот этих биогенов, которые мы туда сбрасываем. Останнє питання, тобто цю проблему ніяк не вирішувати? Треба чекати, здесь, так? Здесь необходимо говорить о том, что это уже, знаете, это как крайняя степень проявления вот этих сбросов, а есть же еще промежуточные, и здесь необходимо очень четко проводить анализ вот продуктов, и в том числе рыбы, на содержание различных веществ, концентрации этих веществ, с точки зрения угрозы для человека, потому что на территории вот этого водного объекта работает большое количество рыбных хозяйств, и рыба, в общем-то, продается в Одессе. Вот. И многие одесситы уже знают, что рыбу с Хаджибея употреблять не стоит и стараются ее избегать, потому что очень часто пеленгас, к примеру, имеет запах дуста, и это связано конкретно с тем, что в выловых отложениях Хаджибея действительно повышенная высокая концентрация дуста из хранилища, которое было захоронено на склонах Хаджибеевского лимана. Но здесь необходимо четко изучать для того, чтобы делать выводы по поводу того, что, может быть, какие-то предприятия лимиты стоит понизить, либо вообще запретить вылов рыбы и так далее. Дуже вам дякую, Владиславе, за коментар. Нагадую, це був Владислав Балінський, еколог. Нагадую тему, в Одеській області величезну кількість креветок знайшли мертвими. На цю тему ми поговорили з нашим спікером. Ще раз нагадую, Владислав Балінський, еколог, був з нами на прямому зв'язку.